Живое кедровое масло обладает уникальными целебными свойствами. Об этом знали наши предки. Главное, чтобы приготовлено оно было с соблюдением всех правил. Сосуды восстанавливают эластичность, раз. Желудочно-кишечный тракт обволакивает и заживляет, два. А третий – это кожа. Кстати, на выставке можно получить информацию о новых отечественных разработках, а также приобрести проверенные временем вещи. Так, например, валенки не только сохранят тепло в промозглые зимние дни, но и благотворно будут влиять на состояние ваших суставов. Выставка «Будьте здоровы» продлится до 26 января. Узнайте больше о товарах отечественного производства. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».